Ну что, розочки, практически все. Вот этот куст отцвел. Когда теперь, ну эти вот единичные сейчас, когда теперь он опять будет цвести? Ну, буду ждать. Ну, этот пока радует. Я начала обрезать, а потом думаю, тут между ними выискивать. Думаю, ладно, сейчас отцветут в основной массе, да я обрежу. Пусть пока хоть они подцветут. Кто, бабушка? Нет, я купаюсь только в июле, Саша. Сейчас для меня вода холодная. Это вы с севера приехали вам. А мне оно... Он все работает. Сейчас ехали на такси, автобус не пришел. Я говорю, ну что, как заработок чувствуется? Да, он смеется, говорит, да, они все на своих машинах приезжают. Катаю, говорит, своих черноморских. Вот так. Сашка говорит, почему черное называется? Оно же синее. Так, а вы куда пошли? Пошли сюда. Деловые такие. Знаешь, самостоятельные все. Ну вот приехали на море, видите? Только собрались в воду входить. Ну и что стоим? Что стоим? И кушерь тут. Сашка вообще не хотел заходить никак в грязную в эту. Ну, народ прилично, но не сказать, что прям. Вот, смотрите, какая лежит. Даже не лежит, восседает. Катаются на ватрушках. Наверное, все-таки дождик будет. Вон что-то все какое-то. О как! О как! Забыли жилет спасательный. Так собирались, а без жилета он же боится, хлебанет, испугается. И Гришане теперь не жизнь. Возись с ребенком, путем не поплавать, не поиграть. Ну что делать? Старший брат, дело такое. Олег надумал, пошел, не хотел. Обгорелые красные бабушки. Надоело стоять. Ой, надо шлепки засунуть в машинку стиральную. Грязные все. Погоды-то нет, когда люди обгорать-то успевают. Или они... Из-за того, что нет погоды, прям на всю катушку. А чё я, собственно, уселась? Надо хоть пойти постоять в воде в солененькой.
Пойду постою. Ох, в какой грязюке стою. Нет, точно сейчас дождик будет. Вот прям к бабке не ходи, как говорят. Вон медузка маленькая, беленькая, дохленькая. Скучно пацанам, да. Сейчас бы они тут вдвоем-то устроили. А с Сашкой-то... Все, мы забыли эту жилетку. Ой, да потому что собираться-то с ними как. Дяденька пошел купаться, а эта мелочь переживает, господи. Ее на поводок вон посадили. Она прям сначала за ним дернулась. Сидит, смотрит. Господи. Почему, главное? Это мой бабушка. Мой бабушка. Тоже нормально. Да. Мой бабушка. Где у тебя мама-то? Все? Уехала. Да, с мамой, с папой. С мамой, с папой уехала. Папа уехал. Аэропорт поехал. Да. А моя мама пошла сегодня. Да, море пошла. Понравилась девочка тебе? Она завтра в мячик и прыгнула. Саш, девочка понравилась тебе, да? Ты так за ней ухаживала, родители убили. И он ей кричит: пока-пока, до завтра, скоро увидимся. Ой, не могу. Вот, купила на пляже вот такой браслет. Девочки, купила я его, ну, чисто как материал. Потому что коннекторы с двумя отверстиями. Вот делать из янтаря, и можно симпатично сделать. Вот. Но так как из янтаря у меня таких вещей нет, да и вообще я думаю, что сложно купить. Вот. Поэтому я вот специально купила и разных цветов, чтобы, потому что всякое бывает, цвет-то разный. Вот. И вот сделаю, из янтаря сделаю, и галстучек вот такой вот сделаю. Ну, что делать, если вот... А будет красиво. Ну, и подумаешь, имитация янтаря. Сейчас это даже приветствуется в изготовлении украшений. Сейчас делают все в кучу. И стекло, и пластик, и камни, и, как говорится, лишь бы красиво смотрелось. Вот, поэтому вот такой вот. Выбирала-выбирала. Там несколько форм разных было. Ну, думаю, вот возьму такой. У меня вот таких еще не было, вот такой формы. Вот. Так что буду делать из янтаря. И привела в порядок вот этот браслет. Он был на растянутой резинке. Я его вымыла, прям замочила. Замочила в стиральном порошке. Он у меня лежал. Потом я щеточкой каждую бусинку помыла. Вот. Высушила, собрала. Но вот он был вот такой вот. Ну, думаю, а покрою-ка я его лаком. Покрыла его лаком, и он прям вон какой стал, красавенный. Вот, так что, если кому нужен, пишите. Отдам недорого. Ну, а если не заберете, сама буду носить. Просто у меня уже их столько, этих браслетов. Чего лежать-то будут? Когда еще я его буду носить там? Один раз, может, за лето одену. Так что, девчонки, если кому нравится, пишите. Эко-браслет.
Ой, опять ветрище. Видите, занавеска у меня как качается. Опять что-то надует. Весь день что-то собиралась. Наверное, ночью даст. Ой, а у меня сейчас звонил мне Макарик, мой внук старший. Сдал последний экзамен. Видно, что усталый такой прям. Ну, он молодец. Но единственная неприятность, сейчас же опять ужесточение всего вот этого. Говорит, может быть, не будет выпускного. Расстраивается. Я сразу вспомнила, как Даша в том году. Ну, у Марины девочка, у которой семья вся сгорела, как она эти выпускной сидела перед компьютером, плакала. Онлайн выпускной. Господи, уж детям-то я не знаю. И то все испортили. Раз в жизни бывает. Ну, неужели нельзя сделать, например, где-то на открытом воздухе? Ну, пусть не там школы и линейку проводить. Ну, хоть как-то класс. Ну, не знаю. Все можно придумать. Прям обидно вот за детей-то. Ой, ну, ладно. Хоть экзамены сдал. Ну, еще не все ответы. Ну, есть в смысле это самое. Сколько там баллов, чего. Молодец, он у меня умница. Большой и умный мальчик, спортсмен, лыжник, прям молодец. Прям я очень за него рада. А сейчас сын написал. Они же в Симферополе уехали в отеле переночевать, отдохнуть от всех, от нас. Сейчас мне пишет: мам, а ты еще на денек нас не отпустишь? Я ему ответила: отпущу. Господи, я хоть еще денек отдохну. Пусть дети, но вот это вот все перетрубации дом. Ой. Пусть отдыхают, и я отдохну. Правда, конечно, все развал, погром. Ну, мы с ребятами убрали вот две кучи, что нам Танюшка тут накопала. Спасибо, девочки, за комментарии. Спасибо, я читаю. И Таню хвалят, и прям... Спасибо огромное. Вот. Ну что, сейчас пойдем спать. С ребятами. Я варила борщ на летней кухне. Девчонки, он у меня варился почти 3 часа. А там у меня Костя, ну, менял тут баллоны. У меня отключен газ. Не подключили его еще. Здесь, в этом доме, горит очень слабо. Вот. А это... А на летней кухне ветрище задувает пламя. Ой, так долго. Ну, я все, у меня уже сил никаких нету. Думаю, господи, там все, наверное, разварилось. Ну, ничего. Ой. Ладно, лапуськи, давайте вам спокойной ночи. И пусть все будет хорошо. Пусть вообще жизнь только радует. Я понимаю, что так не бывает, но очень хочется. Вот. А я вам завтра покажу. Я тут кое-чего делала руками. Но, правда, делала такое, что быстро делается. У меня вот Оксанины лежат украшения, но на них нужно время. Вот. А я так, чтобы и вроде хочется поделать, руки чешутся, и в то же время такое, что быстро делается. Вот. Ладно, лапки, давайте. Пока-пока, до завтра.